Фрейда. Давай я возьму. Я справлюсь. Я справлюсь. Она же сказала, что придет. Она сказала, что опять. Есть колесики, его можно катить. Да, но ведь по ступенькам его катить трудно. Все, оставь, дальше я. Триста второй двигатель. На следующую неделю беру. Поезжайте, а то в пробку попадете. Молока, считай, нет. Как и всего другого. Закрой, пожалуйста, дверцу. Это мой холодильник. Я подожду тебя на улице. Пока, малышка. Увидимся через час. Хорошо. Пока, Тим. Ах, не сука, я его наверх. Давай я несу, детка. Мам, Дэн, все хорошо. Они уже взросли, чтобы жить в одной комнате. Я от них жалко не слышу. Забери. Робби должен дать работу, а французская оккупация Алжира до понедельника. Хорошо бы к нашему возвращению он ее закончил, чтобы не пришлось сидеть в воскресенье до поздней ночи. Да мне осталось только напечатать. Нет, мне начальник. Я тебя люблю, мам. И я люблю тебя. Слушайся, отца. Прочь, в обуви с кровати. Мы поедем в Бостон навестить моих родителей. Но домой лучше не звони, сам знаешь, они. В общем, я взяла с собой сутры, так что возникнут вопросы, или что-то случится, звони мне. Я справлюсь, честно. Ну, телефон я отвечать не буду. Мария, а ты знаешь, как очень выглядит? Ты считаешь? Да. Не люблю тебя. И поверь, не нужно ни о чем беспокоиться. Скажи лучше своей маме, что раньше у тебя горячий принят и поцелуй. Она будет в восторге. Украина сегодня вечером почти полностью погрузилась в Амбас, были необычные городовые атаки. Напомню, что на Украине живет более 48 миллионов человек. Чудовищные события произошли в 5 утра по местному времени. При возникновении электромагнитного импульса обычно случаются временные перебои в работе всех источников электрического тока. К нам поступают разрозненные сообщения, что и на Украине после возникновения электромагнитного импульса зарегистрирована сейсмоактивность, равная землетрясению силой 6,5 баллов по шкале Рихтера. Бейсбольный сезон закончен. 5 минут. Не переводишь. Ну, явился. Ты за Бостон? Думаешь, он лучше? А я за нее. Смотри, куда бьешь. Мне без разницы, Рой. Тебе нужно сказать, как раз ты не думаешь. Так что доиграем, выйдем работу. Да он у меня готов, осталось только на плече. Выйду. Ага. Что ты вообще знаешь? Все, нам нужно из боты, выдвинуться абсолютно все. Назови столицу Австралии. Это мой рубак, Вася. Можно я буду на эти шутки смеяться только первые 500 раз? Ты лучше свой доклад делай. Зря, что ли, мы тебе такого посылаем. Ее оплачивает Тим, а не ты. Это я чуть полсилы бросил. Ты так крутил! Ненавижу приезжать сюда. Ты будешь сойти. Что до него? Чтобы я не слышал тебя. Ты кого изображаешь? Свою мать? Мою? Куда ты идешь? Спать это. Мне ведь пахать надо. А что мы будем есть? Ну, закажете что-нибудь.
Занозу посадила. Или. Ну-ка, ты посмотрел. У тебя на крыльце. Так, ну и что мне с ней надо делать? Вытащить, что ли? Вот еще. Да брось, покажи. Ну-ка. Смотри. Тихо, не трогай, только посмотри. Нет. Ну вот, смотри, только не касайся. У тебя будет наручник. Не выдумывай. Да, то есть, может быть, ничего не будет. Придет фронт, и мы организуем его. Я потом читаю. Купите его. Тимбрия по металлу. Так классно. Теперь я пишу все свои передачи. Пожалуйста. Карточки свои. Ладно, давай. Робби! Робби! Что это за дверь? Что? Полезная пища. Я позвонила в ресторан, дорогу выбрал. Ты ведь сам сказал. Я думала, что ты все забыла заказаться. Где твой брат? Уехал. Куда? Не знаю. Снял свою тачку и уехал. Сегодня в 19:00 на Кино ТВ. Я выбираю цвет. Эстей, в салоне физики. Yeah.
Не будь. Пойдем домой. Ну хорошо, иди. Пошли лучше домой. Здорово, да? Ничего хорошего. Да брось, словно 4 июля. Неправда. Звездный стяг. Значит, больше не ударит, потому что молния дважды в одно и то же место не бьет. Где Роберт? Он бежит. Что ты молчишь? Почему она не заканчивается? Жутко глупо. Thank you.
куда ты меня перетурил назад? Ампуль. Почти. Почти. Ай. Станьте клиентом первый. Сбербизнеса и экономьте с полезными сервисами. За 0 рублей навсегда. Сбербизнес. С нами каждый второй предприниматель. Зачем вам много? Субтитры сделал DimaTorzok.
Станьте премиальным клиентом Альфа-банка и получайте от 60 тысяч рублей выгоды в год в лучшем мобильном приложении. Работает по всему миру. Ну, блин, почти. Да блин, первый. Thank you.
Блин. 47-51 у него. Блять. Дождь, блять. Солнышко, как там она? Как ты? Нормально. Хорошо, да? Слушай, а что ты там делал с руками? Какие-то заклинания? Правильный способ. Замкнул себе. Ну и чё? Эй, хочу все нормально. Тебе лучше? Хочу к маме. Да? Хорош, я как хочу к ней. Отвези. Слушай, меня на просьбу. Сделай одолжение. Возьми себя в руки, договорились? Тим! Мама! Их нет. Она умерла. Что за ерунда? Чушь. Просто ее тут нет и все. Они сюда не приезжают. А ты откуда знаешь? Они тут вот там собирались. Ну вот и решили не останавливаться. Вполне возможно, сейчас они уже у вас и банк. Я позвоню им. А почему здесь есть следов, когда дома не было? Здесь видно. Ничего плохого не было. Тут безопасность. Рэйчел, это твоя территория. Тут безопасно. Нет, ты не так делаешь. Может, вы есть хотите? А? Я вас накормлю. Сейчас поедим. Что у нас здесь? У нас тут есть кетчуп, горчица. Неужели серьезно? Соль для барбекю. Много просто молоко. Я хочу, чтобы тебе хоть что-то было. А все, конечно, я буду давать. Я буду давать. Понятно? Два тебе. Два роги. Еще роги. Уже не надо.
Подай делаю задание. Не получили, блядь, сойти. Мы все должны успокоиться. Мы добрались до дома, мы здесь в безопасности, а завтра приедут ваша мама и Тим, и все будет здорово. Верно? Еще так. Если все так здорово, почему ты должен спать в подвале? У нас вполне приличные кровати. Ты что, ночуешь у друга? Ты что, боишься чего-нибудь? Ладно, короче. Я буду спать в своей постели. У меня есть применение позвоночника. Знаешь, как предупреждают о приближении урагана, советую спуститься в подвал. И сейчас так. У нас будет ураган? Рэчел, больше? Ни одного вопроса, хорошо? Ни одного вопроса. Нельзя со мной? Надо же. Все здесь? Да. Хорошо. Тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Рэйчел. Желание, оно обязательно сбудется. Я вот хочу, чтобы тот, кому я не безразлична, наконец-то подал мне не знак. Да, я тоже. Кажи, по какому поезд пришел? Yes! Подключайте дополнительные опции на телефонную МТС и получайте тогда 10% при каждом списании. Это будет как-то. Это просто по-другому. Что это?
поддерживает предпринимателей. Регистрируем бизнес и открываем расчетные счета бесплатно. Круглосуточно принимаем. Не пропустите выгодное предложение. Какие планы, друзья? Сейчас его за минуту в самый раз. Выгода понятия личное. Теле2. Другие правила. ОСАГО? Больше не ОСАГО. Стандартный экономический срок 73% за 5 минут на 7 услугах. Или будет первая платформа личных финансов. Привет! Не поможете открыть? Вылетели консерваторы. Он не слышит. Рядом с ним взорвался снаряд. Парня спасла только его камера. Слышишь, Макс? Твоя дурацкая камера спасла твою дурацкую жизнь. Где вы были? Ездили на Pine Barrens. Приписан к лучшим сторонам. Мы перебываем на батальоне. Это еще что, парень? Это грузный мир, который сам себя понимает. Это машина выбирается с таким дизайном, которая не хотела бы быть в мире. Ты же поверил, это не что-то. А теперь смотри себя. Следуй за мной.
смотри на меня. Сиди за меня. Это? Они не помнят. Они стесняются в такси, но они не имеют прямиком до помощи, понимаете? Слышите? Быстро, с вами. Эй, ты что, в самолете летел? Почему мы не едем по шоссе? Я не хочу, чтобы все увидели, что у нас машина на ходу. Вдоль Гудзона доедем до работающего парома или моста, переберемся на ту сторону. А коими путями нужно миновать Коннектикут. И вот мы в Бостоне. А где все люди? Не знаю, убежали, наверное, или прячутся по морозу. Мы с настоящими мужиками добрались бы до одного из них, все уничтожили. Ну да, прямо герой, да и только. Да уж я буду принимать серьезные решения. Я буду послушать хоть одну роль, проверить тебя на общество. Давай, народ, хватит! Ты меня уже достал! Я тебе не Рэй, я отец, сэр. В крайнем случае, мистер Пэй. Звучит по-дебильному, но можешь выбирать. Пап. Да, Рэй. Мне нужно правильно. Точно? Вот такая. Спокойно, спешите, увидимся. Постой. Я ведь тебе есть еще одна опасность. Люди. Которым может понадобиться наша тачка. Да вокруг никого! Послушайте. Па. Эй, минутку! Рэйчел! Рэйчел! Вон там хорошо! Я не буду это делать, ты и маме, мальчики! Прийдем там, где смогу тебя
ситуации. В случае реальной чрезвычайной ситуации вслед за сигналом будут зачитаны обращения федеральных и местных органов власти. На этом проверка сроки. Спать охота. Можешь пролить? Да. У меня прав нет. Да, но тебя это волнует. Ах, вы сволочи. Вот так значит.
Да, блядь! Как?
Ё-моё! Слетел. С трассы. Ну, задание я выполнил.
Говорят, если встать здесь вдвоем и загадать желание, оно обязательно сбудется. Я вот хочу, чтобы тот, кому я не безразлична, наконец-то подал мне знак. Да, я тоже. И что ты там спрашиваешь? Yes! Получайте дополнительные опции, приятные на интересы, получайте как-то 10% при каждом списании. Команда, я тогда. Переживание, это особо будет. И сейчас особенно важно найти того, кому можно доверить свои переживания. Берегите все, что для вас важно, с накопительным счетом 1% гостей, со ставкой от 21% годовых и надежностью проверенного банка. Вот и да. Все получится. Вот так. Тебе удобно? А теперь, пожалуйста, закрой глаза. Заваривает ужасный чай, как обычно. Я не в себе.
Они все считают минуты, когда смогут снова тебя увидеть. Если будешь нас гадить, я знаю, но зато целый ящик. Эти проклятые треножники были спрятаны. Превратилась в прах. А ведь они будут только тебе. Ты боишься? Я не допущу выступления с трибуны.
Сволочь! Какой-то клянул, алгулят. Первый. Если с твоим папой что-то случится, я о тебе позабочусь. Прочел. Не нужно ничего говорить. Ты меня понял? Если тебе требуется общение или есть вопросы, задай их мне. Как ты собираешься действовать? Я уже придумал план, а у тебя он есть? Сядешь здесь и будешь смерть поджидать? Это твой план. А может, ты правда хочешь, чтобы тебя ссадали? Раз уж не в силах даже пару дней в подвале пересидеть. Видно, мечтаешь поскорее им сдаться. Постой, слышишь? Стихло все. А может, ты и уцелеешь? Может, он тебя подыщет, и тебе здесь позвонишь. Я не буду тебя хранить, а им за это все хитрюки. Заткнись и послушай! Thank you.
Thank you.
Предпринимателей. Регистрируем бизнес и открываем расчетные счета без фонда. Круглосуточно принимаем и исполняем платежи. Введите бизнес с Альфа-банка в лучшем мобильном приложении. Работает по всему миру. Бокс установки может сообщать о других признаках костного фонда. Не только облегчает симптомы, но и восстанавливает и укрепляет суставы, прекращая комфорт каждому движению. Альфа отвечает за восстановление суставов. Для комплексного решения прием от Фиксипан. Предпомогательный состав с современным обезболивающим и максимальной консультацией способствует ускоренному возбуждению боли. Фиксипан. Для ускоренного действия против боли. Больше не сага. Когда ты экономишь 80% за 5 минут, на фильм Thank you.
Против которого оказалось бессильно оружие и машина, больше круг приложили. Где же все? Учитывая текущую политическую ситуацию, полагаю, все к нам не присоединятся. Ну, разумеется. Можно пленку перемотать. Что ж тогда? Начнем, пожалуй. Берлин. Что произошло? Да. Берлин. Обещали ему иммунитет в обмен на информацию на микропленке под кодовым названием «Список». Спрятанное чудо. Мы советуем все кодовым и настоящим иммунитетом и иммунитетом. И в конце лекционного бомба, за которым холодная война готовится в отмысле. Мы считаем, что сейчас список и человека убийцы на костях. Наши источники указывают на Лилию Патрина. Наверное, как и дела, на щиты которого десятки жестоких убийц. И на каждом его котором все? Я не могу сказать, что 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 я не могу с
Управлять количеством минут, выбирать пакет ТВ каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн кинотеатре Винк и платить только за то, чем вы действительно пользуетесь. Великолепная четверка. Управлять значит не переплачивать. Как быстро освоить ID-специальность? Skillbox. Онлайн-курсы востребованных профессий. Уже 1000 россиян выучились новой профессии и уверенно смотрят в будущее. Обучение на практике.